Всем привет! Вы на канале «Дома как дома», и сегодня вместе с вами мы приготовим очень вкусный влажный шоколадный кекс. Кто-то называет его еще брауни, но для меня это именно тот самый вкусный, воздушный, пропитанный, такой мокренький кексик, который готовится очень просто. Для этого нам нужно взять 4 яйца, и я буду смешивать тесто в блендере. Вы это можете сделать с помощью обычного венчика. К 4 яйцам я добавляю 1 стакан сахара и это все хорошо взбиваю. Массу взбиваем до полного растворения сахара. И в итоге у нас получается такая пышная сладкая яичная смесь. К ней мы добавим 1 стакан молока. Стакан у меня 200 мл. Также нам понадобится полстакана растительного масла без запаха. Это примерно 100 грамм. Теперь всыпаем 1 стакан муки и добавляем 2 пакетика разрыхлителя. У меня в одном пакетике 10 грамм. Теперь нам остается добавить 3 столовые ложки какао. И всю эту смесь хорошенько смешиваем до однородности. Тесто получается довольно-таки жидким, пусть вас это не смущает, именно благодаря этому кекс получится очень воздушным и невесомым. Форму для выпекания кекса нужно смазать растительным маслом. Теперь вливаем тесто и отправляем его в духовку. Выставляем температуру 170 градусов, вверх-вниз. Заранее духовку разогревать не нужно. Теперь приготовим пропитку для брауни. Возьмем 1,5 стакана молока. К нему добавим 0,5 стакана растительного масла без запаха, примерно где-то 50-70 грамм. Также всыпаем 1 стакан сахара, стакан у меня 200 грамм. И добавляем 2 столовые ложки какао. Смешиваем эту смесь венчиком и доводим до кипения. Прокипев 1-2 минуты, можно будет выключать. Наш кекс в духовке проведет примерно 30-35 минут. Готовность, как обычно, мы проверяем с помощью спажки. Если она у вас выходит сухая, значит кекс готов. Делим кекс на порционные кусочки. Способ нарезки может быть самый разный, здесь это не принципиально. После того, как мы нарезали кекс, нам нужно будет его проткнуть, чтобы он хорошо пропитался. Заливаем подготовленным шоколадным соусом и оставляем настояться, пропитаться примерно на полчаса. Итак, наш брауни готов. Вы можете его украсить с помощью орехов, кокосовой стружки, натертого шоколада. Обязательно попробуйте приготовить такой десерт, он получается невероятно вкусным. Вот этот вот легкий невесомый бисквит, ну это действительно выше всех похвал. Если вам понравился рецепт, не забудь подписаться на канал, обязательно ставь лайки, ну и пишите ваши отзывы. Я всегда их читаю и отвечаю. Благодарю вас за просмотр, до новых встреч и пока!